Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я вам хочу показать новую романтическую коллекцию гель-лаков от Lianel. Спасибо, Париж. Она мне досталась за участие в конкурсе «7 грехов от Lianel», так как я прошла в полуфинал, а в финал не вышла. Можно сказать, это в качестве утешительного приза. Но приз оказался просто супер. Она находится в очень привлекательной коробочке, оформленной в женских романтических тонах. Гель-лаки понравились своей плотной структурой, послушным нанесением, а главное – красивыми модными оттенками. Каждый цвет имеет свое оригинальное название, которое помогает создать романтическое настроение. Все цвета очень пигментированы. Для плотного цвета достаточно нанести всего 2-3 слоя. Кисть у гель-лаков этой коллекции стандартная для этой марки. Гель-лаки не затекают на кутикулы и боковые валики. Единственное, могут стянуться с кончиков. Поэтому я каждый палец сушила отдельно. У меня возникла только одна проблема с нанесением, это у сиреневого оттенка. Он в один слой начинает пузырить. Но благо вторым слоем это все перекрывается, поэтому это не очень существенно. В этот раз, по стечению обстоятельств, я не успела сделать дизайн ногтей, поэтому оставила только покрытие. Но цвета оказались настолько самодостаточными, что даже мне маникюр не наскучил и постоянно радовал глаз. На самом деле очень рада, что стала обладательницей таких прелестей, поэтому спасибо, Lianel. Если обзор оказался вам полезным, ставьте пальчик вверх. Большое спасибо за внимание. С вами была Ромашка. До встречи!